ты кто? Как окрик конвоира, стой. С той стороны звучит, иначе кто ты? Здесь еще можно отозваться. Свой, свой. Но с этим кто ты? Там иные счеты. Там не проходят схемы свой, чужой. Там нужно быть собой, там все чужие. И нужно дать ответ, пока живой. А мы уже наполовину неживые. Пока не ясно, кто ты и зачем. Откуда и когда сюда явился? Как можно в лабиринте вязких стен? В конечном счете не остановиться и не остаться в рамках бытия. На несколько лихих тысячелетий. А на вопрос ты кто? Ответить я. И точно знать, кто за ответ ответит. Я — это нечто из других миров. Я не имеет облика и формы. Я знаю цену и значение слов. Я не бывает смертным и покорным. Так кто ты, если скажешь я? Тебя не удивит и продолжение. Надеюсь, скоро позовешь меня. Тебя поздравить с первым днем рождения. Надеюсь, скоро позовешь меня. Тебя поздравить с первым днем рождения.